Добрый день всем. Сегодня у меня был маленький закуп такой, промежуточный. Поэтому вот то, что я закупилась, хочу вам показать. Просто цены, назову цены. Вот первое, что малинка у нас. Смотрите, очень красивая малина. Такое. Ее цена в этой коробочке. Сейчас, малина, кабачки, малина. 2,25 эта коробочка с малиной. Это ореганус, это типа наши черники. Здесь 500 грамм, 5,39, но это 500 грамм. Вот такая коробка, целая, помытая, хорошая, достаточно. Клубника. Клубника здесь килограмм. В упаковочке клубники €89. Вот такая клубника светлая. Яйца тоже купила натуральные, они где-то €99. Здесь 12 штучек. Капуста вот такая, качанчик капусты, €29. Два вот таких хлопья овена, овсянка наша, хлопья овсяные, по 75 сантимов одна упаковочка, там 500 грамм. Молоко с ореха, миндальный орех, без сахара. Вот такой, смотрите, €99. Молоко вот такое полужирное, 1 литр, €79. Но это хорошее молоко. Арос, рис килограмм вот такого длинненького риса. Он хороший такой, хорошо варится, не рассыпчатый, достаточно неплохой, мне нравится. €43 килограмм. Вино Альбали вот такое взяла на всякий случай. Кто-то придет в гости ко мне. Поэтому бутылочка будет у меня в запасе. Это вино стоит 3,49. Это темное вино, красное. И вот такое я купила белое вино еще тоже. На всякий случай для гостей. 3,10. Майонез. Вот такой майонез. Он без сахара, без консервантов. Эта марка хорошая, Кальве. На оливковом масле все сделано. Оно стоит €99. Теперь оливки вот такие, без косточки. Совсем не, оливки, черные оливки, без косточек. Стоимость их. Так, оливки у нас. Оливки. Тут же еще надо перевести. 75 сантимов. 75 сантимов. Вот эти оливочки. Хорошие. Вот такие грибочки. Смотрите, грибы. Это уже здесь их у нас получается. Так, что-то не пишут. Тут сколько их. Ну, упаковка такая, как бы небольшая. Вот. €19. Вот такая. Вот такие помидорчики, черри помидорчики, очень хорошие, €99 упаковочка, вот такая упаковка, €99. Дальше, банан, вот такой бананы, хорошие бананы, свежие, канарские бананы, бананы с Канар, €99 за вот эту веточку, по 98 сантимов килограмм. Хорошие, сладкие. Так, вот такой перчик еще сладенький. Упаковочки он идет. Вот два штучки здесь. Он стоит €80. Вот такая упаковочка. Две штучки. Но он такой сладенький, хороший перец. Я беру еще и развесной вот такой. Один взяла. Вот такой. Но он большой, смотрите, на больше, чем на руке. Он тоже стоит €70. Вот. €65 он завесил. Большой.
Три такие зеленые перчика я взяла. Он евро 50 за килограмм, он получается где-то евро 87 сентимов. Вот такие баклажаны. Два баклажанчика я взяла себя еще. Два баклажанчика. Баклажаны у нас завесили 85 сантимов за вот такие два. Большие достаточно. Смотрите, вот они хорошие такие. Спелые, хорошие бананчики. Сыр вот такой, тертый сыр. Здесь полкило. 2 XL. Целая упаковочка. Евро 45. Вот такой сыр. Элементаль. Достаточно хороший. И вот такой порезанный кусочками. Такой сыр Терно. Он стоит сыр 2,20. Так, огурцы еще взяла. Вот такие огурчики маленькие. По евро 29. Смотрите, я взяла их несколько. Там получилось у меня 6 штучек огурцов. 99 сантимов я уплатила, они по евро 29 килограмм. Зелененькие, хорошие, хорошие огурчики. И в конце еще такой вот шоколадки взяла. Просто на десерт шоколад. Здесь такими плиточками, маленькими плиточками. Каждая плиточка отделяется. Очень вкусный шоколад на десерт. Вот все то, что я закупила сегодня. Да, больше ничего, все. А вот еще взяла вот такое тесто кон мантекия. Это масло, на сливочном масле оно. Вот попробую спечь такие, как печенье такое сладенькое. Я уже пробовала, покупала, пекла с них печенье. Мне очень понравилось. Я добавляла туда шоколад. Такое сладкое на десерт, очень к белому вину супер. Вот все, что я закупила сегодня. Это у меня такая, ну, промежуточная закупочка. Все свежее, все хорошее. Цены не знаю, сравнивайте, какие цены у вас. Может, где-то еще дешевле есть, не знаю. Но, в принципе, я довольна такой закупкой. Всего доброго вам, до свидания.